Сегодня последний день работы масштабного форума «Армия-2016». Накануне в подмосковной Кубинке прошла церемония закрытия научно-деловых программ. За 4 дня проведения форума там было проведено около 100 круглых столов, брифингов и конференций. Даже байкеры и то не остались в стороне. Они тоже посетили форум и проехались по парку «Патриот» в Кубинке. Около 100 мотоциклов было в их колонне. Байкеры посетили также новый сектор воздушно-космических сил, центр военно-тактических игр и железнодорожную платформу с уникальными экспонатами. Международный военно-технический форум стартовал 6 сентября. «Армия-2016» — это самая масштабная площадка России для показа современных образцов вооружений и военной техники. Причем география форума одной только Кубинкой не ограничивается. Показательные выступления прошли в разных военных округах страны.